Краснолучский строительный колледж – одно из старейших учебных заведений системы профессионально-технического образования города, которое уже почти 8 десятков лет, не изменяя строительной отрасли, готовит квалифицированных рабочих, тем самым пополняя рынок труда такими важными и необходимыми специальностями, как мастер отделочных строительных работ, электрогазосварщик, мастер общестроительных работ, изготовитель арматурных сеток и каркасов, мастер жилищно-коммунального хозяйства, автомеханик. История колледжа началась еще в далеком 1936 году. Тогда были построены первые учебные корпуса. Его в то время называли училищем. Он пережил Великую Отечественную войну. В 1945 году колледж функционировал как ФЗО номер 24, где обучали молодежь строительным профессиям. Так, из года в год, переименовываясь и расширяясь, Краснолужский строительный колледж дожил до нашего времени. Современное учреждение системы среднего профессионального образования с многолетним опытом, традициями, дисциплиной, где под руководством грамотного руководителя, директора Светланы Михайловны Чернеги, работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, главное кредо в педагогической деятельности которых – доброжелательность, уважение, помощь, профессионализм. Ученическая молодежь колледжа – неординарные, трудолюбивые и увлеченные в изучении своей будущей профессии, новых технологий в строительном деле, учебные достижения которых отмечены стипендией главы ЛНР Игоря Плотницкого. Колледж охватывает профессионально-техническим образованием выпускников школ не только города Краснолуч и городов-спутников, но и городов Снежное, Луганска, Антрацита и Антрацитовского района, Брянки, Свердловска, Ровеньки. Первые шаги в профессию ребята делают в стенах родного колледжа, ремонтируют учебные аудитории, изготавливают красивые металлические изделия, закрепляют полученные знания в автомастерской и в лабораториях, а также помогают в ремонте учреждений города. Так, в течение года учащиеся со своими наставниками провели внутренние ремонтные работы в психиатрическо-наркологическом отделении поликлиники больницы Княгининская, отремонтировали фасад Дворца культуры имени Ленина и памятник павшим воинам поселка Победа. Постоянно оказывают волонтерскую помощь в косметическом ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны и труда. В дальнейшем приобретенная молодыми людьми рабочая профессия – это приобретенный трудовой и жизненный опыт, гарантированный заработок, хороший старт для получения высшего образования, достижение определенных высот, ведь строительство сегодня делает жизнь каждого из нас совершенным, комфортным, является одной из движущих сил нашего общества, а профессия строителя сейчас очень актуальна и крайне необходима. Коллектив Краснолужского строительного колледжа накануне начала нового 2016-2017 учебного года акцентирует внимание абитуриентов, незанятого населения на выборе нашего колледжа для дальнейшего получения рабочей профессии, строительного профиля и автодела. Построим мирное будущее вместе!